Здравствуйте. Это мой второй видеоотчет лечения в центре Бир-Давид дистанционно. Я хочу поделиться нашими новыми достижениями. Раньше мы больше с ребенком гуляли на велосипеде. Это подобие коляски, это толкала я. Он не очень любил ходить, больше любил кататься. Если мы шли пешком, то он бежал в другую сторону, сложно было с ним идти куда-то вместе, за ручку или просто так. Он просто убегал. Сейчас спокойно с ним можно гулять. Он может пойти за ручку, может пойти один, но мы пойдем, например, куда мне нужно. Спокойно он поиграет, выйдет, что-то посмотрит, если его что-то заинтересовало, а дальше мы пойдем куда нужно. Еще проблема была зайти куда-то в магазины. Он очень не хотел ни в какую, и возмущался, кричал. Сейчас мы можем зайти спокойно в магазин. Не всегда, конечно, бывают разные случаи, но в большинстве случаев можем спокойно. И в супермаркет можем зайти спокойно что-то купить. Ну, если очередь на кассе, то уже немножко проблемы. Ну, в принципе, это такое. Нюансы. Еще мы учимся ходить на горшок. Конечно, с моей помощью, я напоминаю, но все-таки он понимает, что мы идем, если он хочет, мы идем, сходим на горшок. Раньше он просто видел горшок и просто кричал, убегал, не могла его усадить никак, не задурить, ну никак в общем. Сейчас я должна напоминать, но мы спокойно ходим на горшок. Так что такие у нас достижения. Я надеюсь, будут еще новые. Я очень благодарна Давиду. Еще я хотела вспомнить о Светлане. Она работает с Давидом, и она помогает мамочкам. И у нас было с ней около 3 сеансов, и она внушает веру, она дает как бы надежду, дает мамам более понять, что все будет хорошо, нужно только терпение, стараться, и все будет хорошо. Так что я очень благодарна и Давиду, и Светлане. Всего вам доброго. До нового видеоотчета. Спасибо.